Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу мод, с помощью которого мы сможем редактировать версию нашего Minecraft Pocket Edition. Ну, после установки данного мода нам придется залезть в файл менеджер. Ну, на данный момент у меня будет ES-проводник, заходим в него, и на CD-карте мы ищем такой файл под названием Versions. Вот, находим его, вот так будет написано все, открываем. И здесь у вас будет все пусто. Вот так у вас будет. И здесь мы можем написать все, что угодно. Давайте, допустим, напишу SivPro. Название своего канала. Все, сохраняю. Все, теперь давайте посмотрим. Я вам докажу то, что мод работает. Так, у меня маленько что-то тут, походу, вылетало. Обычный режим. Ну вот, как видите, все работает. Такой мод, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.